Я мыш Юлия, мне 14 лет. Живу в дружной семье, где у каждого ребенка есть свой талант от Бога. Маша очень хорошо рассказывает стихи. Нина – талантливая швея. Катя у нас кондитер, печет прекрасные торты. Юра работает с деревом. А я, Юлия, очень хорошо рисую и в дальнейшем собираюсь связать свою жизнь с этим творчеством. Сейчас я покажу все свои работы.